Современные и ухоженные дворовые территории – одна из важных задач для Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что благоустройство и чистота дворов во многом зависят от работы муниципальных служб и управляющих компаний. У нас 15 тысяч дворов. Их благоустройство имеет определяющее значение для качества жизни, настроения жителей. Мы понимаем, что любой ремонт – это временное неудобство для людей. И наша задача – не растягивать этот процесс, а наоборот сдавать объекты быстрее, более грамотно организовывать и контролировать поэтапные работы. И обязательно информировать жителей, если есть какие-то отклонения от графика или риски. В Одинцовском округе комплексному благоустройству дворовых территорий уделяют особое внимание. Так, в городке 17 по губернаторской программе полностью обновили территорию у дома 21. Здесь поставили новые лавочки и урны, заменили асфальт, тротуары и бордюры. Все работы проводили в тесном взаимодействии с жителями. Сделали качественный, хороший асфальт с парковочными местами, которых нам очень сильно не хватало. Потому что здесь паркуются вот в нашем дворе жители 17-го, с 19-го дома, с 21-го, потому что там видно, да, узкая проезжая часть. На данный момент у нас даже есть свободные места. Для нас это удивительно. В этом году в округе ведутся работы на 29 дворовых территориях. Общая площадь ремонта составит 104 тысячи квадратных метров. 4 двора были введены на этой неделе. Это поселок Горбольницы. Микрорайон Первомайский, микрорайон Восточный и Кубинка 60. 9 дворов имеет процент готовности 80 и более, 3 двора 90%. Также на территории Московской области ведется активная работа по установке детских площадок и их обслуживанию. В августе в Звенигороде открыли новую детскую площадку по губернаторской программе. Ранее жители обращались с просьбами модернизации игровых элементов, но для более комфортных условий ее решили полностью заменить. Насколько я помню, здесь ничего не было. Потом залили асфальт, видимо, до площадки. Здесь дети катались на скейтбордах, велосипедах. Но сейчас площадка. Мы, конечно, этим очень рады. Площадка оснащена безопасным покрытием, ограждением, освещением, камерами «Безопасный регион» и современными малыми архитектурными формами и игровыми комплексами. Детишки довольны, рады. Мне она понравилась, потому что вот... Не было вот поблизости корабля такого вот интересного. Тут есть, можно полазить, здесь, тут есть рукоход, можно еще есть горка такая. В муниципалитетах Подмосковья со следующего года поменяют график выполнения работ по благоустройству дворов. В контрактах будут указывать точные сроки окончания каждого этапа ремонта. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».